Всем привет и всем пока. Я собираюсь щечку пролезть. Я могу не вернуться, ребят, поэтому попрощаюсь с вами. Давай, камера. Все, ну все, ждите меня, да? Дети, зато мы узнаем, что такое щечка изнутри. О, так, где девочка спортивная? Нам вон туда. Тут очень расстояние маленькое, поэтому я уже что-то пожалела, что я... ну тут обратно нельзя, надо только туда ползти, чтобы развернуться. Говорят, тут недалеко. Кто придумал эту щучку? И Кирилл, зараза, любит над всеми издеваться, когда с ним идешь, он обязательно заставляет всех пролезть эту щучку. Но я уже второй раз. Я даже не знаю, что с моей губной помадой. А чё, почему я себе ногами-то не помогаю? Странно как-то. Я же могу, наверное, себе и ногами помогать. Кирилла, там далеко еще ползти. Ой, что-то у меня начинается паническая атака. Слушайте, я вообще-то... О, все, я поняла, где. Мне недалеко осталось. Я так-то не из пугливых, но, видимо, да. Видимо, из пугливых. О, все, я поняла, где. Вот она. Можно сесть. Можно сесть вот здесь. Даже можно пристать. Ага, родильное отделение. Вылезать здесь. Хорошо, вылезаю. А, из родильного отделения, боже. Боже, зачем я на это согласилась? В общем, если у вас есть клаустрофобия, то вам сюда точно нельзя. Итак, надо разродиться. Теперь я понимаю, как мы рождались, как мы ползли. А с вами Лара Шу. Так-то я коуч по актерскому мастерству. Веду актерское мастерство. Но между делом решила стать диггером. Несмотря ни на что, я собираюсь родиться. Да, это не смешно, ребят, на самом-то деле. Чего? Карман еще уже. Карман еще уже? Да. В карман я не полезу. Дойду до Громова и все. Что могу? Мой друг там пролазил. О! Как хорошо, что я не толстая. Как хорошо, что я худая. И как хорошо я встретила Кирилла, который надо мной может издеваться. Так-то... Уи! Привет, система! О! Когда ударишься головой, надо говорить привет, система. А если у вас есть страх, то вам сюда, да, как раз свой страх перебарывать. Но, в принципе, это на любителя, ребят. Так что диггером я стала. Чайник, в общем, я точно. Там дальше посмотрим. Всем пока-пока. С вами была Лара Шум. Моё лицо. Вот я родилась, короче. Ой. Говорите мне на локти ползти. Так у меня получилось на локти ползти. Я родилась. Аллилуйя. Я больше туда не полезу, Кирилл.